давайте посмотрим, какие питомцы спрятались вот в этих сюрприз-шариках. А здесь сюрприз-пакетики. Блестящие сюрприз-пакетики с питомцем и аксессуарами. Здесь у нас питомец. О, эта собачка мне попадалась. Это питомец у Hoops MVP. У нее есть кружечка. Спортивная повязочка. Она надевается вот сюда под ушки. И совок с косточкой. Еще у нее есть песочек. Оказывается, этот песочек открывается снизу. О, я раньше не видела. И здесь мы найдем для нее туфельки, ботиночки спортивные разного цвета. Розовые и оранжевые. Наденем нашей собачке-баскетболистке удобные кроссовочки. А теперь посмотрим, кто же спрятался вот в этом шарике. На этот раз шарик желтый. И в нем куча разных сюрпризов. Шарик желтый туалет в розовой упаковочке. И наоборот, розовый шарик и желтый туалет. Так, какой же питомец. О, такой мне еще не попадался. Это кошечка. Мяу. И это питомец у куколки Неон Кьюти. Мяу. Что у нее еще есть? Очки. Еще. Совок с хвостиком и ушками. И кружечка. Туалет. С песочком. И здесь у нее... Какие красивые ботиночки! О, яркие, салатовые! И яркие розовые! Классно! Так, и наденем ей эти симпатичные ботиночки. А теперь давайте их накормим и посмотрим, что они делают. Накормим щенка. Так, и он плюется. А симпатяшка котенок. А симпатяшка котенок писается. Ну а теперь самое интересное. Узнаем, меняют ли они цвет. В холодную водичку окунем. И кажется, собачка Hoops цвет не меняет. И в теплую водичку. Нет, не меняет. А котенок? И котенок тоже цвет не меняет. И в теплую. Этот котенок цвет тоже не меняет. Где мой щенок? Хупси, иди ко мне. Хупси. Где мой щенок? А где моя кошечка? Я тебя потеряла. Тебя совсем не узнать в таких очках. Киса, киса. А какой же у нас питомец в следующем шарике? Сюрприз пакетики. Тоже песочек. И что же нам здесь попалось? Так. Совочек с мордочкой кошечки. Значит, это кошечка? Так. Розовая кружечка с алой крышечкой. Здесь большой пакетик. И это ушки. Как у меня. Неужели это... О, смотрите, кто нам попался. Котенок. Бело-серенький. И прическа у него, как у девочки Hoops. И этого котенка зовут Hoops Kid T. Наденем ушки, зайчи. Его надо накормить. Накормим. Так. Я так хочу этого котенка. Можно, пожалуйста, пожалуйста. Конечно, можно. Но сначала мы должны сделать все прививки и проверить их. О, я так хочу тебя. Я бы хоть сегодня тебя взяла домой. Мяу, мяу, мяу. Кажется, ему пора в туалет. Давайте скорее достанем песочек и научим его ходить в туалет. А здесь голубенький песочек. О! И здесь тоже что-то. Куча ботиночек розовых. Вот это класс. Вау, супер идея. 4 одинаковых ботиночка. А! Пойдем. Вот садись сюда и сходи в туалет. Мяу. Мяу.
она сходила в туалет. Теперь давайте это все закопаем. Вот так вот закопаем, чтобы не пахло. Вот так вот. И хорошо. Я думаю, что эти ботиночки по размеру нашему котенку. Давайте попробуем надеть. О, точно! Смотрите, что происходит. Вот так. Котенок в ботиночках. О, мы даже можем меняться обувью. А теперь давайте посмотрим, меняют ли эти питомцы цвет. Итак, котенок цвет не меняет. А щенок... И щенок цвет не меняет. А еще смотрите, что можно делать с этим песочком. Вот так вот выровнять его. И посмотрите, какие лапки у этих щенят. И ставить отпечатки. Смотрите, получаются лапки, лапки, лапки. Ну все, девочки, пока. Пока-пока. Пока. Гав.